Продолжать ремонтировать дороги и реформировать систему пассажирских перевозок. В Ульяновске прошла коллегия Министерства транспорта, где озвучили планы работ на этот год. Как только растает снег, на дорогах начнется ямочный капитальный ремонт. В этом сезоне в порядок приведут 125 километров областных автодорог и 5 мостовых переходов. Капитально отремонтируют 7 километров транзитных дорог у Сурского и Николаевки и построят 12 километров нового полотна. В этом году ульяновцам также будут компенсировать затраты на перевод автомобиля на газ. Действие госпрограммы продолжено. Машины, переоборудованные на газомоторное топливо, представили на выставке вместе с новыми автобусами и электрокарами. Люди получают субсидии за переоборудование автомобиля с дизеля, бензина на природный газ, метан. В первую очередь выигрывает экология и также собственник автомобиля, потому что на метане эксплуатация дешевле автомобиля. В областном центре займутся изменением маршрутов электротранспорта. По мнению экспертов столичных транспортных институтов, эффективность текущей сети трамваев и троллейбусов остается достаточно низкой при наличии значительного потенциала к росту. Поэтому в планах городской администрации перевести электротранспорт на брутоконтракты. Это соглашение перевозчиков с муниципалами, при котором первым будут выплачивать деньги за километры пробега транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Такая система позволит четко соблюдать расписание. Наша задача – создать систему скоростного пассажирского транспорта на территории города Ульяновска. А это возможно только используя выделенные линии для пассажирских перевозок, используя современный подвижной состав, отвечающий всем современным критериям по качеству обслуживания пассажиров. Сейчас совместно с городской администрацией в Минтрансе формируют программу по организации пассажирских перевозок. В ближайшее время ее будут согласовывать в федеральном ведомстве. В прошлом году также пересмотрели 100 районных маршрутов. Это, по словам министра транспорта, позволило увеличить рентабельность пассажирских перевозок и создать условия конкуренции среди перевозчиков. Министерство продолжит переговоры с организациями по росту зарплат сотрудникам. Этим занимается специально созданная на базе ведомства комиссия. По итогам 2020 года по автомобильному транспорту мы наблюдаем рост более 9%, по воздушному транспорту рост составил более 20%, ЖД-транспорт рост составил 9% и предприятие дорожной деятельности рост заработной платы составил около 12%. Что касается авиатранспорта, то в прошлом году самолеты летали традиционно в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь и Екатеринбург. В этом году направление сохранят, плюс добавят еще один рейс – Ульяновск-Минеральные воды. В Наросавиации у нас уже получено согласование. Планируем, что во втором квартале текущего года мы это направление запустим. В железнодорожных перевозках с апреля планируется начать эксплуатацию двухэтажных вагонов на маршруте Ульяновск-Москва. Анна Тищенко, Улправда ТВ.